Всем привет! Вы на канале CryptoBoom. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IO, DeFi и о многом другом. Сегодня поговорим о таком проекте, как Global Givi. Итак, что такое GlobeGive? Это дефляционный токен, построенный на смарт-цепочке Binance. Инвестирование в этот токен не только увеличивает ваше богатство, но и, надеюсь, делает мир лучше, поскольку компания жертвует процент от выручки на благотворительность, которая будет определяться каждый месяц. Таким образом, GlobalGive – это вращающийся благотворительный токен, предоставляющий собой новаторский вариант для благотворительных организаций по сбору средств в постоянно меняющемся мире. Экономика данного проекта состоит из поставки благотворительности, развития, налога на китов, перераспределения и DeFi. Общее предложение составляет 1,5 миллиарда токенов, то есть долларов. 25% продано на предпродаже. Компания благотворительная имеет кошелек 5% от общего объема предложений и имеет оттуда. И именно оттуда будут поступать все благотворительные пожертвования. Этот кошелек имеет 5% от общего объема предложений и будет использоваться для финансирования маркетинга и других расходов проекта, таких как биржевый листинг. Что касается DeFi, то существует 10% налог с продажи, из которых 2% перераспределяются холдером, 2% сжигается и 6% добавляется в пул ликвидности. Токены LP блокируются на DXSale, чтобы обеспечить дополнительную защиту инвесторов. Перераспределение, чем дальше вы держитесь, тем больше получаете. Чем дольше вы держитесь, тем больше получаете. Существует налог в размере 2% на каждую продажу, которая распределяется между нынешними холдерами в зависимости от соотношения принадлежащих им токенов. И до 10% дополнительного налога на продажи свыше 0,1% от общего объема поставок. Это налог китам. ЛП будет заблокирован на 4 месяца для начала и проверен на продление, чтобы смягчить любые проблемы с обновлениями и миграциями на PancakeSwap. Данная компания построена на Binance Smart Chain, и уже сейчас мы можем отследить на CoinGecko, CoinMarketCap, состояние цены, какое было изменение цены, общий объем и многое другое. Также можно посмотреть на Binance Smart Chain проводник. Как мы видим, тут тоже изменение цены, какая текущая цена, какой total supply у данного проекта и холдеров, сколько на данный момент существует уже холдеров. Ну а на этом мы обзор закончим. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.